Программа «Дневной разворот» продолжается. Дарья Топузлиева. Анна Лапшина. По-прежнему мы в студии. Новые гости у нас. Анна Шафина, директор областного художественного музея имени Васнецовых, кандидат искусствоведения. Анна Владимировна, добрый день. Добрый день. И Софья Пикулева, сотрудник выставочного зала художественного музея. Софья, здравствуйте. Здравствуйте. Софья нам представляет прекрасную совершенно тему. Выставку проекта «Итальянцы в России», да, которая открылась в выставочном зале 29 числа. То есть вот в конце прошлой недели, и я здесь в перерыве уже сказала, что с одной стороны очень хочется, конечно, пойти и посмотреть, а с другой стороны, вот я представила, я приду и буду страдать, потому что сейчас ты никуда не выйдешь из России, уж точно не в Италию. Ну, тем не менее, можно полюбоваться, Софья, чем? Да, можно прийти на нашу выставку и полюбоваться видами Италии в том числе. Выставка «Итальянцы в России» — это довольно масштабный проект. Она занимает 5 залов выставочного зала. И именно в Кирове она отличается от того, что видели, например, нижегородцы. Выставка включает работы из фондов Вятского художественного музея. Я перебью быстро. Они тоже как-то связаны с Италией? Или... Конечно. Да, это работы итальянцев, которые, можно сказать, небольшой юбилей у этих работ. Ровно 25 лет назад, в 1995 году, графические листы Эрнесто Трикани и живопись Маттео Модиелло была передана в дар нашему музею, Итальянским институтом культуры при посольстве Италии в России. И такой небольшой получается юбилей этой коллекции, и это очень символично, потому что в этом году мы отмечаем 110-летие. И эти работы совершенно разные, очень интересные. У Эрнесто Трикани вы увидите графику, такую довольно экспрессивную графику, а у Маттео Модиелло очень любопытные символические работы, многослойные и такие требующие расшифровки. И, конечно же, эти работы, они строят такой мостик к тем произведениям, которые представлены в 3-м, 4-м и 5-м зале экспозиции. Это работы уже современных итальянских художников, которые входят в ассоциацию Movie Art Communication. Эта ассоциация находится в Германии и в Италии и занимается продвижением и изучением современного итальянского искусства и немецкого искусства, то есть современных итальянских и немецких художников. И 22 художника у нас представлены, это около 100 работ совершенно разных, и графика, и живопись, и инсталляции. И да, на некоторых работах мы можем увидеть виды Италии, то есть то, почему мы так скучали в период изоляции, такой вот глоток свежего воздуха, очень яркие, сочные работы, настоящие «Ла Дольче Вита». И, с другой стороны, представлены работы таких довольно серьезных, вдумчивых художников, которые размышляют о человеке, в принципе, о человеческом, и на различные серьезные, скажем так, темы телесности, темы восприятия себя. То есть выставка очень многоплановая, очень интересная, и для нас это возможность увидеть международный контекст, то есть работы из другой страны, работы совершенно других художников, и каким-то образом включиться в это благодаря в том числе и нашей коллекции. То есть итальянский текст в коллекции музея представлен довольно широко, но именно современное итальянское искусство экспонировалось не так часто, поэтому действительно подарок, и нужно успеть посмотреть. Всего лишь до 30 августа выставка у нас работает. Как закончится лето, так и выставка перестанет работать, да? Италия закроется вообще. Да. А вот работы из кировской коллекции, они до этого где-то выставлялись? Они у нас в постоянной экспозиции или, возможно, их откуда-то из закромов достали? Да, из закромов достали. Это очень любопытная, интересная история. В 1989 году, благодаря усилиям сотрудников Вятского художественного музея и Института итальянской культуры при посольстве Италии, была организована передвижная выставка. Она посещала несколько городов России, и туда входили работы Маттео Модиелло и Эрнесто Трикани. И параллельно, то есть благодаря этой выставке, в Милане итальянцы смогли увидеть дымковскую игрушку и кукарское кружево. То есть вот такое взаимодействие нашло с двух сторон, и впоследствии привело к тому, что работы из этой передвижной выставки подарили нашему музею. И сейчас вот это взаимодействие Киров-Италия, оно продолжается вот в этой выставке «Итальянцы в России». То есть это работы из фондов нашего музея. Мы их показываем, но показываем не часто. Угу. Постоянные экспозиции, они у нас не находятся. Поэтому возможность посмотреть, вот уникальная возможность, есть сейчас в выставочном зале.
А тут вот эта выставка не предполагает вот как предыдущая обмена какого-то, или это пока в одностороннем формате? Мы ждали, что и итальянские художники действительно хотели приехать на открытие, но в связи с тем, что границы закрыты, к сожалению, это сделать не удалось, но предполагалось изначально. В общем, ждать их на закрытие. Так вот все нам опять портит коронавирус. Если на закрытие не успеет, но в следующем-то году уже все же это должно же когда-то закончиться. А вот инсталляции, Софья, вы упоминали, это, наверное, вот как раз та история, которая часто бывает про современное искусство. Они там что из себя представляют, что интересного можно будет увидеть? Все современное искусство и, в принципе, работы, которые вы увидите из фондов музея, тоже современное искусство, это 80-е годы. Инсталляции там скорее живописно-акриловые, то есть это большие пространство из акриловых полотен, собранные, то есть не одна работа, а 12, например, работ, собранные в композицию. Либо вытянутые маски и лица из стеклорезины. То есть такое тоже редко можно увидеть в Кирове, по крайней мере. А маски, пока. Да, это же карнавал, да? Это вот карнавал, но это не простые маски. Художник, который их создает, он стремится перенести свои эмоции, свои впечатления в материальное измерение. То есть он говорит, я переношу эмоциональное измерение в материальное, и его можно потрогать. То есть вот эти эмоции и ощущения потрогать вот в этих масках и в этих инсталляциях. А у нас билеты мы будем разыгрывать. Мы будем разыгрывать, совершенно верно. Я вообще на самом деле отложила на розыгрыш один билет и еще один билет, что называется, зажала, да, отложила подальше. Но если будут у нас слушатели и будет желание поиграть, нужно предупредить, да, о том, что у нас. Мы разыграем, конечно, два билета, каждый из них на две персоны. На выставку «Итальянцы в России» вы можете сходить, и это прекрасно совершенно. 211-101, вопрос, наверное, чуть чуть попозже озвучим, да. Совершенно верно, да. Я еще хотела спросить, вот Дарья-то задавала вопрос, но не дожала, что называется. Ты когда спрашивала про обмен, Анна Владимировна говорила, что хотели приехать, да, вот итальянские художники. А, ну в том плане, что да, кировские какие-то наши работы какие-то пойдут, вот как в 89-м году, да, Кукарская кружба. Ну, мне кажется, тут, наверное, тоже какие-то препоны могут быть. Что-то поедет в Италию от нас, предполагалось это или нет? Или изначально этот проект не предусматривает? Этот проект предусматривал посещение 4 городов в России, то есть это Нижний Новгород, Казань, Москва и Санкт-Петербург. И параллельно взаимодействие художников. Угу. То есть какие-то перекрестные выставки пока не планируются, но кто знает. Может быть, потом сложится. Да, имеется в виду не постоянная экспозиция музея, а именно художники нашего Вятского регионального отделения. Ага, то есть так же, как раньше, Дымковская игрушка, да, современные же мастера уехали туда, и Кукарское кружево. Поэтому здесь то же самое. Озвучим, наверное, вопрос. Да, я попрошу, Софья приготовила вопрос. Давайте мы сначала один зададим вопрос нашим слушателям и попробуем поиграть. У нас такой вопрос немножечко на следующую, наверное, тему, про Васнецовский пленэр. И вопрос следующий. В каком году на Всероссийском Васнецовском пленэре присутствовал художник Маура Роберто Гаваци? Его работы можно будет увидеть на выставке «Итальянцы в России». И варианты. 2016 год, 2017, 2018 и 2019 год. То есть вот последние фактически 4 года, да? То да. есть 19, 18, 17 и 16. Когда к нам приезжал итальянский художник? 211-101 номер телефона. Попробуйте нам дозвониться, если так, вы слышите, выиграйте билет. Звонит, да? У вас есть любимые работы вообще вот в этой выставке? Много. Много, говорит Софья, много. Так. Ну, например, Софья. Ну, сложно, наверное, выделить что-то одно, но я поклонник искусства 80-х годов, поэтому для меня, например, работа Маттео Модзиелло, это было какое-то откровение или открытие даже. И читала небольшую его статью, которая называется «Исповедь», и поняла, что очень любопытный, интересный художник, сложный довольно, и в таком масштабе, как показали мы, то есть один зал полностью посвящен ему, такой насыщенный, это, конечно, редкость. И ощущение от этого зала очень интересное, то есть он буквально пронизывает человека, и все, кто приходит, проходит этот зал или бывают на экскурсии, сначала не понимают, что это за художник, почему он пишет такие странные работы, они действительно странные, вы там увидите совершенно нереальных людей, при этом они похожи на
обычных людей, но что-то с ними не так. И вот это ощущение смеси мифа и реальности, оно впечатляет. Ну и современных, конечно, тоже много. Есть звонок у нас, да, есть слушатель. Добрый день. Здравствуйте, это Светлана. Да, Светлана. Нужно ли повторить вопрос вам? Ну, давайте. Софья, повторить? В каком году на всероссийский Вознецовский пленэр приезжал итальянский художник Мауро Роберто Гаваци? Варианты 2016 год, 2017, 2018 или 2019 год? Я могу два раза ответить, да? Ну, а давайте ладно, попробуем, да, с давайте, первого. Давайте угадаем сначала, попробуем. Ну, давайте, 2018. Нет, это неправильный вариант, Светлана, неправильный. Качают наши гости головами. Тогда я второй раз могу ответить. Ну, давайте. 2019. 19? О, слушайте, да, вы угадали. Ой, как здорово. Да, Светлана, билетик за вами, мы его оставим, как обычно. Вы у нас человек опытный, знаете, где забирать призы. А завтра-то можно ли прийти? Можно прийти, пожалуйста, спасибо, захватите с собой спасибо маску. Спасибо. Как он здесь оказался, тогда рассказывайте. В 2019 году на всероссийский Вознецовский пленэр мы заранее обговаривали, что у итальянских художников есть желание в нем поучаствовать. Но как участника мы его провести не могли в то время, и мы предложили ему просто в рамках пленэра поработать, показать свое мастерство. Нам было интересно, как он увидит наш город. Mm-hmm. То есть вот его как бы вот непредвзятое какое-то ощущение. И эти работы, насколько я знаю, они показаны сейчас в экспозиции на итальянской выставке. То, что он создал. Они как раз вот эти работы, созданные в Кирове, они есть. Да, они да. посвящены нашему городу или они? Там, как вам сказать, современное искусство Италии, оно не предполагает, скажем так, пленэрную живопись. Угу. И там подразумевается некая символика. Символика того, что увидел художник, это храмы, то, что его впечатлило, то, что его удивило. И там можно увидеть одну из современных скульптур, которая поставлена в нашем городе. Я думаю, что даже ее как бы несложно будет угадать сейчас, что поразило итальянского мастера. Ну, а лучше, конечно, прийти и посмотреть выставку. Я просто почему спросила, мне вот интересно, люди, кто придут на выставку и посмотрят работу, они догадаются, да, что вообще это как-то может быть связано с Кировом. Ну, понятно, что, наверное, работает экскурсовод, который... Объясняет, да, они очень выделяются в его творчестве, uh-huh, вот в его, в том, что представлено у нас сейчас, поэтому угадать не составит труда. Ну, мы, наверное, вот так вот плавненько переходим к пленэру, если у тебя по итальянцам больше вопросов нет. Я по итальянцам получила исчерпывающую информацию. Спасибо нашим гостям. Надеюсь, что и слушатели тоже. Не буду разыгрывать второй билет, мне жалко его. Оставлю его на следующую программу. Хватит сегодня одного приза нашим слушателям. В каком формате в этом году будет проходить мероприятие? Что-то изменится? Да, вот как-то я, кстати, да, Анна Владимировна, я удивилась, да, кстати, обычно ведь на Вознецовском пленэре выезжают куда-то, да, вот, то есть за пределы города Кирова. А сейчас я видела, что наши коллеги сообщают, что в Кирове будут работать художники. Да, но мы уже опробовали эту практику в прошлом году. Угу. То есть к юбилею нашего любимого города мы хотим создать коллекцию именно видов города, тем более места, связанные с Виктором Аполлинарием Васнецовых и с семьей Васнецовых, то есть так называемые Васнецовские места, у нас в городе их предостаточно. Поэтому в прошлом году мы такой пленэр опробовали, и в этом году мы решили его продолжить. Да, мы будем вывозить в Рябово, мы будем вывозить, если будет желание, в село Великорецкое, угу, посмотреть наши святыни, наши красивые места. Но в основном художники будут работать здесь. Формат, так как художники у нас люди творческие, любят они работать на удалении друг от друга, то есть социальную дистанцию мы хоть как будем соблюдать. Поэтому в этом проблемы нет. Я знаю, что только что недавно прошел пленэр в Казани. Угу. И тоже с успехом прошел. То есть вот, в принципе, все запреты, которые у нас будут, они будут соблюдаться. Поэтому проблемы с проведением именно Вознецовского пленэра я не вижу. Но я хочу сказать о том, что
Мы сейчас уже подготовили выставку по итогам пленэра предыдущих лет. В этом году, надо вам сказать, что у нас 15-й юбилейный всероссийский Васнецовский пленэр. В этом году мы ждем, опять же, звездный состав художников. К нам едут очень известные, знаменитые художники. Руководителем пленэра будет Рыбакова Ирина из Костромы, заслуженный художник Российской Федерации, член-корреспондент Российской Академии Художеств. Она в Костроме проводит сама пленэры и готова с нами поделиться какими-то, ну, каким-то опытом, посмотреть, что интересного есть у нас, что мы можем от нее привнести из Костромы. Но мне кажется, мы ничего не можем, потому что у нас все хорошо. Это они у нас вот, собирают. Да. Вот. И также едет Дмитрий Белюкин, Буртов Николай, Микалини Максим, Наумов Максим от нашего Вятского регионального отделения участвует, Полотнов Валерий, Орлов Юрий. То есть такой вот хороший, крепкий состав. И почему хорошие, крепкие? Ну, во-первых, нам хочется посмотреть, как они видят наш город. А у них всегда какой-то, знаете, вот люди приезжают, они видят свежим взглядом, что интересного есть, чем отличаются наши красивые места от других мест, от других регионов. И вот этот какой-то нестандартно свежий взгляд, когда ты видишь выставку по итогам пленэра, 4 сентября мы планируем сделать такую выставку, вот я думаю, что это всегда интересно. Ну, это, кстати, мне кажется, не только присуще не только художникам, вообще, в принципе, гостям города, когда ты их ведешь смотреть на Трифонов монастырь, они останавливаются там в какой-нибудь подворотне и долго восхищаются, рассматривают, такой, ну, ребята, мы идем смотреть жемчужину Вятского края. А мне вот очень нравится, что в этот раз все будет происходить в Кирове, потому что я очень люблю, когда ребята, вот, видимо, из художек, вот они работают где-нибудь вот у дороги, сидят, и кажется, что ты где-то вот по Монмартру идешь. И, ну, то есть какая-то такое погружение в атмосферу творчества происходит. Сколько вообще всего участников в этом году? 11 человек, да. Я хочу сказать, что мы выиграли в этом году... Ну, грант не грант, но мы выиграли, и суммы идут из Федерации, из Министерства культуры Российской Федерации, и мы проводим, вот, привлекли федеральные средства для проведения этого пленэра. А сроки проведения? С 25 августа по 7 сентября. Отчетная выставка 4 сентября. Также в рамках пленэра мы хотим попробовать, как в прошлом году, открытый мастер-класс на площади, когда все желающие это могут... Это вот здесь у нас, да, на театральной площади. Да, и когда все желающие могут принести краски, акварельные, масляные, цветные карандаши, пастель, и поучаствовать вместе с выдающимися художниками, вот, написать один из видов нашего города. А вы территорию как-то ограничиваете? Площадь, ну, достаточно... Нет, я имею в виду вообще самого всего пленэра. Ну, то есть нет, только в центре города. Нет, Киров и окрестности я видела. Киров, вот, да, и окрестности. Мы художников не ограничиваем, не свободные люди. Что они видят интересного вот в городе, они то и будут отображать. Но этих художников очень сложно ограничить. А какое количество вот приезжих наших художников в Кирове будет не в первый раз? То есть для них... Кто-то из постоянных, знаю, для них, может быть, экскурсии какие-то будете проводить, но сложно же приехать в незнакомый город и сразу же натуру найти. Конечно. Мы, вот, наверное, только один художник из всех был в нашем городе, но он был не на пленэре. И, соответственно, ну, за исключением Максима Наумова. Ну, да, понятно, да, он наш. Да, он наш. Вот. А все, конечно, мы всегда планируем в самом начале познакомить с городом. У нас такая очень длительная экскурсия идет, когда мы показываем историческую часть, и пешеходные там экскурсии, и на автобусе. То есть, конечно, мы знакомим и достопримечательности показываем. Это однозначно. А отчетная выставка где пройдет? В художественном музее, да. В основном здании. Так, а та выставка, которая по итогам предыдущих пленэров? Она будет как раз работать до 2 сентября, а после этого мы готовим отчетную выставку. Угу. То есть, до 2 она будет работать с какой даты? То есть она вот она уже работает. Она уже открыта. Она уже открыта. А вот тот юбилей, да, 15 лет, к нему какая-то масштабная выставка планируется? Там со всех пленэров лучше соберете или в каком формате это будет? Мы вчера уже ее открыли для посетителей. И концепция выставки такая. Мы показываем победителей, потому что
за последние годы. Вы знаете, что присуждается премия правительства Кировской области лучшему участнику Васнецовского пленэра. То есть там номинация есть в этой премии как раз по итогам пленэра. И вот мы приняли решение показать работы лауреатов и работы художественных руководителей. Ну и так как в рамках пленэра у нас проходило еще какое-то время керамический симпозиум, мы показываем и работы участников симпозиума. А вот, кстати, давайте слушателям напомним, все-таки участники Васнецовского пленэра, они вот те работы, которые сделали, да, то, что написали, они оставляют здесь у нас по там правилам каким-то, да, или они это забирают, или они это как-то дарят, или как это происходит? А вот комиссия, которая работает на пленэре, она по договору с участником отбирает две лучшие работы, и эти две лучшие работы вот этих известных художников, именитых художников, остаются в коллекции Вятского художественного музея. И мы уже, наверное, взяли за правило лучших художников, которые нам понравятся. Даже, может быть, это будет не лауреат премии, но вот который подкупил своим творчеством, своим характером, своим взглядом на город. Мы приглашаем, и он делает персональную выставку вот таким вот образом. В этом году мы показали творчество Алексея Николаевича Суховецкого. Была персональная выставка. В следующем году мы договорились с Евгением Викторовичем Ромашко, который 2 года был у нас участником пленэра, сделать его персональную выставку. То есть вот у нас уже правило некое. А можно как-то проследить вот лауреаты, да, кто победители, так сказать, на что ориентироваться участникам, чтобы попасть в число лучших? Ну вот они приедут к нам на пленэр. Конечно же, они пойдут на выставку, чтобы посмотреть, ага, смогу я так же или, может, лучше смогу. Или, может, вот. Что-то другое надо взять, да. Какую-то другую. Да, ну, да, потому да, что это в любом случае, это искусство, да? Такая вещь, да, которая очень, ну, подвержена так или иначе трендам, то есть там в том же самом кинематографе, да, мы там наблюдаем, как на протяжении там декады, я не знаю, все премии берут фильмы примерно одни и те же. Вот, ну, мне кажется, в живописи, наверное, немножко по-другому все-таки. Да, понимаете, в чем дело? Здесь сложно предугадать, они вот создают эти работы здесь и сейчас, то есть у них времени-то очень мало. Поэтому какие-то заготовки привести очень сложно. Вот, кстати, еще хорошо бы, чтобы с погодой повезло тоже, да, нашим гостям. Да, потому что конечно. Бывает такое, что в конце августа начинается вот эта вся осень. Но я знаю, что в прошлом году ребята поднимались на верхнюю часть гостиницы «Центральная», они там останавливались и писали виды из окна, когда был дождь. То есть вот какие-то такие моменты. Ну, люди творческие. Очень они когда приспособятся. Да, дается площадка. В конце концов, вот есть. Мы получим целую коллекцию дождливого Кирова. Есть у нас высотки в Кирове, я думаю, что люди могут договориться, да, там куда-нибудь забраться на самый верхний этаж. Колокольни есть, да. А, я думаю, мы сейчас прервемся на 1,5 минуты, после продолжим говорить об искусстве. Продолжаем дневной разворот. Анна Шакина, Софья. София Пикулева в нашей студии, да, мы говорим о том, что интересное сейчас и в ближайшем будущем кировчане могут увидеть в Вятском художественном музее, в выставочном зале Вятского художественного музея. И в перерыве мы выяснили, что очень важную еще деталь, не сказали про выставку «Итальянцы в России», которая сейчас уже работает в выставочном зале, там помимо вот непосредственно работ представленных, да, будет еще одна история. Это будет пластическая история, то есть в пространстве выставки будут создаваться пластические этюды. Проект называется «Пластический образ», то есть к 3 работам, точнее, 3 работы живописные, танцоры перенесут в формат человеческого тела, то есть совершенно другое измерение, и покажут восприятие живописи через тело. И это будет проект видеотанца, то есть увидеть результаты смогут зрители в социальных сетях музея и выставочного зала и на сайте. И предполагается, что это будет к закрытию выставки. Так. В конце августа это будет. Да, в конце августа, поэтому следите за нашими новостями, и мы покажем 3
очень интересных таких видеотанцев. И... Они эти, как так сейчас, чтобы понятно было, эти танцы будут сняты на видео? Да, они будут сняты на видео. Они будут танцевать на фоне картин? Не просто на фоне картин, а каждый танцор выбрал себе одну картину, они ее пережили, переосмыслили и теперь переносят в пластику тела. При этом работы все абстрактные. Ну, так получилось, что выбрали абстрактные работы. Я вообще не представляю, как это можно сделать. Как танцуй вообще? Да, это не просто. Причем не просто перенести эту абстракцию в танец, а именно показать ощущения от этой работы. То есть мы привыкли смотреть обычно глазами, а здесь идет вопрос уже в другом каком-то измерении. Это пластика, это тело. И у нас уже был подобный опыт. Танцоры исследовали пространство выставочного зала, если не ошибаюсь, 3 года назад делали такой проект. А сейчас они обращаются к конкретной одной работе и переносят уже ее в пластику. И каждому танцору, каждой работе будет написана специальная музыка. То есть здесь у нас идет и видео, и специальные музыкальные фрагменты. То ничего есть себе. Композитор отталкивается от пластики и от работы. Такой довольно интересный проект. И поддержку этого, информационную поддержку проекта будет оказывать Институт итальянской культуры при посольстве Италии в России. И, конечно же, художники, у работах которых сделают такие пластические этюды у себя в социальных сетях и на сайтах, тоже разместят информацию об этом проекте, эти видео. То есть увидят их практически, можно сказать, весь мир. Эти видео будут переведены на несколько языков и... Довольно любопытный, интересный проект. Софья, танцевать кто будет? Танцевать будут Лада Донская, это соавтор проекта, Светлана Клепикова, и сейчас мы подбираем еще одного танцора, то есть будет 3 участника. Это наши дети. Да, кировские танцоры, то есть кировские танцоры, кировский композитор Алексей Порошин, и все кировское. И видеографы тоже. Видеографы тоже из Кирова, и... Но при этом проект, вот такое взаимодействие идет с Италией и итальянским. Но при этом итальянский институт поддерживает, и итальянские художники в своих социальных сетях размещают. Да, и бонусом... Ну, это не каждый день твою картину танцуют, знаешь ли. Да, совсем не каждый день. И итальянцы, именно эти художники, не очень открыты к взаимодействию. Это очень показалось интересно. То есть до этого никто им такого не предлагал взаимодействия. И также будет сделан такой же видеотанец, но для работы из фондов музея, связанный с итальянским искусством. То есть это будет работа Маттео Мадьела. И такой спецвыпуск этого проекта к юбилею музея. А плотно вы общались вообще с девушками? Как они ночевали там, сидели, смотрели на эту картину? Сидели, как это происходило? Смотрели, выбирали несколько дней. То есть все равно нужно как-то почувствовать эту работу, и признавались, что довольно сложно сразу перенести. То есть обычно, если мы говорим о танце, о картине, мы представляем, как ее перетанцовывают. То есть есть какие-то персонажи, они каким-то образом двигаются, здесь этого совершенно нет. То есть идет перенос именно в чувства и эмоции. Ну, не ночевали, конечно, но несколько раз приходили, выбирали. И вот третий у нас участник, он еще выбирает. Не определился. Но я надеюсь, что не получится такого, что в процессе подготовки танца, там, да и прочтения, кто-то скажет, нет, что-то мне вот разонравилось, я хочу что-нибудь другое выбрать. Ну, не исключено. Просто люди творческие. Вот сегодня я вижу так, завтра я вижу, может быть, по-другому немножечко, да? Так сделают нескольким, значит. А, кстати, это ведь хорошая история, да. Танец почти готов, надо доделать и делать еще один. Ну что ж, перейдем ли мы, наконец, к Кандинскому? Кандинскому. В общем, история с Кандинским, конечно, она в том числе и кировских смешников тоже удивила, потому что изначально появилась эта информация о том, что якобы нашли, вот, это же все, ну, это просто новость-бомба. Нет, это не было такого, что ее нашли вчера. Время нигде не оговаривалось. Ты не наговаривай на коллег, пожалуйста. Хорошо. Новость была подана как факт. Но никто не сказал, что это было найдено давно. Во всяком случае, в текстах новостей этого не было. Я видела потом обсуждение в социальных сетях, и там говорилось, ребят, да вы что, это же история вообще там много лет назад это случилось. Вот Анна Владимировна Шакина не даст соврать, да, потому что это, по-моему, даже там, да, вы же нашли, да, или я нашла. Вы нашли. Я нашла. Как это было? Первую работу, которую обнаружили в фондах Вятского художественного музея,
Я в 1999 году делала выставку «Авангард» из коллекции музея, то есть графика 20-30-х годов из коллекции музея, когда я раскантовывала. Ну, так получилось, что художник не мог, и я раскантовывала работу с этой выставки. И одна из работ, которая вот, ну, якобы была подклеена картоночки, она так чуть-чуть поползла и вот немножко перевернулась. И на обороте я вижу произведение Кандинского. Но так как я занималась этим, у меня было ощущение, что я уже такую работу видела. И действительно, я нашла, что это подготовительный этюд к одной из работ Кандинского, живописной, которая находится в Ташкенте. И когда фондовый хранитель подошел забирать у меня работу, я сказала, вот там есть одна неучтенная работа, работа Кандинского, вот ее надо бы учесть. То есть вот это как бы дополнительная работа. А как-то устанавливалась подлинность там, вот, что, это не, действительно, что это действительно Кандинский? Ну, там была монография, то есть, ну, его как бы вот монографии и год, да, авторский. Это потом, когда вот уже дальше пошел рассказ, меня специалисты спрашивали, а докажи, а вот откуда ты знаешь, что это Кандинский? Вот, вот, ну и может, это подделка, может быть, кто-то сидел там, чирикал, вот так же вот захотел и сделал. И после этого началась действительно большая работа. Мы даже возили произведения, которые были потом найдены в Эрмитаж, делали технико-технологическую экспертизу, и нам сказали, да, это Кандинский. Ну и так получается, что в мире всего два русских художника, ну, скажем так, продали свои права за границей. То есть существует два общества, Малевича и Кандинского, за границей, которые, ну, скажем так, подтверждают подлинность произведений этих авторов. И мы дошли до Вивиан Барнетт, которая являлась в то время специалистом по произведением Кандинского, она их подтвердила подлинность, и она внесла эти работы в каталог Резоне Кандинского, то есть это вот уже 100% подтверждение. Mm-hmm. На этом, в принципе, научная работа была закончена, началась работа над диссертацией, потому что когда вот уже вот доказали, что это Кандинский, встал вопрос, откуда в Вятке Кандинский? Ну вот откуда? Ну вот, да, то есть вот каким так? образом? И еще это в Яранске, ведь, правильно? Но он изначально был как бы у нас три, а потом уже, когда был найден каталог той выставки, на которой участвовали произведения Кандинского и многих других известных художников авангарда, вот у нас было три, в каталоге было шесть, возник вопрос, а вот а где остальные-то три? А вдруг вот они где-то есть? И стали искать. И ну, работа в архивах была, и было известно, что из Слободы Кукарки, из города Советского, где изначально были три передвижные художественные выставки, в две в 20-м, одна в 21-м году, где был показан Кандинский. Вот эта третья выставка, она была показана еще в Яранске. И стало сомнение, а вот вдруг там что-то осталось. То есть вы прям искали их? Да, а как? Вот, вот шесть работ в каталоге, вот каталог перед глазами, три у нас, три подписные, то есть уже знаем, что есть по каталогу и чего нет. И вот работа пошла дальше, и были обнаружены эти работы. Вот в сообщениях, да, которые появлялись, там фигурировал еще Родченко. Да. То есть и его работы есть. Да, но я уже сказала, что очень многие известные авангардисты были показаны в 21-м году. Это Удальцова, Родченко, Древин, своеобразные художники, Колесников, Якимченко. Понимаете, 355 работ, 50, более 50 авторов – это звездный состав. И я, когда говорю об этой выставке, я вот честно вам скажу искренне, я преклоняюсь перед теми людьми, которые жили в Слободе Кукарки в 21-м году, которые смогли собрать работы этих художников и показать людям. Вот мы сейчас, почему возник интерес, я немножко переключусь к этой выставке и к этим событиям, потому что очень крупные мировые искусствоведы во главе с энциклопедией русского авангарда заинтересовались этой темой и решили сделать реконструкцию этой выставки, которая была в Слободе, ну, практически в деревне. Потому что когда в прошлом году они приезжали к нам в область, и мы решили сделать вот этот маршрут
до Яранска, там, до Советска. Мы когда проезжали Советск, вот я говорю, вот здесь была выставка. И мы выехали из Советска через 5 минут, и Наталья Мюррей, куратор выставки из Англии, она говорит, а где Советск? Я говорю, все, проехали, докончился. Вы смотрели в этот момент направо, да? Да, то есть понимаете, в чем дело? То есть вот масштаб места и масштаб выставки, он несопоставим. И поэтому вот кураторы заинтересовались этой темой, и мы делаем реконструкцию выставки. Вот на этой выставке будут произведения, которые, ну, с этой выставки есть у нас. Большая часть, мы показываем 95 произведений, и часть, которая есть в Яранске. Еще было принято решение показать комплектование в 20-30-е годы авангардом музеев Вятской губернии, и мы привлекаем еще музей Слободчан. У них очень интересный авангард. Вот такой крупный проект. Еще вот любопытно мне, у Родченко фотография или графика? Нет, там живопись и графика. Я просто слушателям напомню, вот легендарный фотопортрет Лили Брик, вот где она, я не знаю, как это описать, кричит с рукой у лица, вот это он. Вот. Ну, то есть живопись у него. Да, но Родченко в 30-е годы известен не только этой фотографией. Он действительно мастер фотоискусства, мастер именно искусства фотомонтажа. То есть вот это его новое слово, фотографии в искусстве, это вот он. Он действительно очень известный художник, и мы будем показывать не только его работы, но и его супруги, которая в это время поддерживала его, работала очень интересно, Розанова. То есть, понимаете, в чем еще раз говорю, выставка в 21-м году в Советске, она сама была по себе уникальна была. Да, поэтому люди так заинтересовались. Ну, я имею в виду, специалисты заинтересовались этой темой. Не укладывается в голове вообще, как это могло быть? А где Советск? И поэтому вот такое некое яркое название «Авангард на телеге в 21 век», потому что мы понимаем, что дороги-то в 20-е годы, да, какие они были. Было сельское население, и да. То есть вот в этом плане, конечно, вот такое яркое название поэтому. Ну так вот оптимистично завершаем мы. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям. Анна Шакина, директор областного художественного музея имени Васнецовых, кандидат искусствоведения, и Софья Пикулева, сотрудник выставочного зала художественного музея. Пожалуйста, приходите. «Итальянцы в России» и много еще других выставок. Дневной разворот завершается. Возрастное ограничение выставки «Итальянцы в России» 16+.